Несмотря на то, что новый сезон уже в разгаре, в спортивном сообществе продолжают подводить итоги предыдущего. Отделения адаптивного спорта часто радуют своих болельщиков успехами на разных уровнях. От городского до международного. Из Италии Александр Шураткин и Вячеслав Кибасов вернулись с золотыми медалями и новым статусом мастеров спорта, который они получили в составе сборной России. Было очень тяжело играть. На чемпионате очень сильные команды, но мы очень старались. У нас был перевес в 14 очков. Мы выиграли, и даже не верилось, что мы смогли их обыграть. Награда обязательно должна найти своего героя. От лица администрации спортивной школы «Авангард» на тренировке ребятам вручили небольшие призы. Не остались без подарков тренер и сурдопереводчик команды. Инвалидность как таковая или какие-то ограниченные возможности здоровья, они не являются приговором. Можно реализовываться по различным направлениям. И спорт предоставляет замечательные возможности в этом плане. Посмотрите, какие красавцы ребята. Высокие, руки, ноги есть, голова работает. Поэтому спорт – это прекрасная возможность проявить себя, получить какие-то перспективы в жизни еще, не замыкаться только вот в своем небольшом там кругу или среди своей профессии, а выходить на широкую арену спорта. Чествовали победителей недолго. Отрывать ребят от любимого дела было бы просто несправедливо. График команды на новый спортивный сезон уже распланирован, и времени до крупных турниров осталось не так уж и много. А это значит, что каждая тренировка может приблизить игроков к победе. Скоро мы поедем на первенство России и обязательно будем стараться. Мы желаем ребятам дальнейших побед и будем внимательно следить за их успехами. Виктория Карташова, Андрей Капустин, информационная программа «День».